Душица для лечения алкоголизма. Эта травка еще называется материнка, орегано, ладанка, мацердушка, душница, зиновка, матрешка. Это еще приправа. Выше я поделюсь видео про душицу, полное, подробное, которое делала ранее. Оно будет в описании после слова «еще». Так вот, я познакомилась сейчас с одной женщиной, госпожой Ольгой, которая живет в лесу и собирает вот такие прекрасные травы. Она поделилась секретом, что эту траву берут для лечения алкоголизма. А я хочу с вами поделиться сейчас сбором трав для лечения алкоголизма. Итак, вы его можете сейчас записать. Я буду четко произносить сбор. Скажу сразу, что этот сбор, который я сейчас вам продиктую, вызывает отвращение к алкогольным напиткам, уменьшает тягу к спиртному, выводит алкоголь из организма, продукты алкогольной интоксикации, убирают тревожность, убирают нервозность, снижают депрессивное состояние. Итак, записывайте рецепт, или он будет в расшифровке видео прямо печатными подробными буквами. Итак, вот эта травка душица, 200 грамм. Тысячелистник, вот эта травка, 200 грамм. Далее, лист грецкого ореха, 100 грамм. Зверобой, 50 грамм. Боярышник плоды, 100 грамм. Шиповник, 100 грамм. Кипрей, 50 грамм. Кипрей, он же Куфулица куфлоримич. Кипрей, он же Иван-чай. Можжевельник плоды 100 грамм, мята 50 грамм, стевия 50 грамм, чебрец или тимьян 50 грамм, эхиноцея, все растения, цветы, корневища, стебли 50 грамм, брусника плоды 100 грамм, рябина плоды 100 грамм, спарыш 50 грамм, корень дягеля 100 грамм, плюс золототысячник, его в аптеке нет, но бабушки на рынках его найти можно. В термосе на 1 литр воды берете 3 столовые ложки вот этой смеси. Все эти травы и плоды смешать и хранить хорошо просушенными в полотняных или в бумажных пакетах. Итак, на 1 литр воды 3 столовые ложки вот этого средства. Плоды шиповника, можжевельника измельчить ножиком, настоять в термосе и пить, разделить на 4-5 приема, пить в течение дня. Пить длительно, травы, лечение травами длительное, и я надеюсь на хорошие результаты, потому что в аптеке тоже есть препараты для лечения алкоголизма. Но они очень тяжелые, они с огромными побочными эффектами. И я не думаю, что это будет приятнее, чем пить вот эти прекрасные душистые ароматные травы.